Ясли-сад номер 7 – это самый большой детский сад в Брестской области, в котором созданы все условия для благоприятного пребывания детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями. Благодаря созданной безбарьерной среде у воспитанников учреждения образования есть возможность быстрой социализации в обществе. Ведь они, равно как и другие дети, могут заниматься всем, что им интересно, без каких-либо ограничений. Стоит отметить, что в данном учреждении обучается, воспитывается большое количество деток, их порядка более 400. Вот. В данном коллективе есть дети с особенностями своего развития. Именно, наверное, вот этот контингент детей именно и тоже стоит уделить особое внимание. И, наверное, предприятия города, организации, они особое внимание уделяют для данной категории детей. И с целью их более качественного воспитания, то есть делают определенные подарки учреждению образования, чтобы этим детям еще более комфортно было находиться в данном учреждении. Общественные организации и частные предприятия Бреста подарили детскому саду специальную мебель для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, телевизоры, конструкторы, развивающие и обучающие игры и пособия, спортивный инвентарь и многое другое. Акция «Наши дети», которая уже набрала такое очень весомое движение, она имеет особое значение для тех людей, для тех маленьких наших людей, которые сегодня имеют определенные какие-то трудности, имеют какие-то определенные физические недомогания и прочее. Поэтому мы давно работаем в этом направлении. Наш детский сад – это не простой детский сад. И у нас более 15 деток, которые имеют проблемы со здоровьем, и более 50 контингентов воспитанников – это дети из многодетных семей. Поэтому эта акция, ни в одном учреждении, наверное, востребовано в нашем детском саду. Для маленьких воспитанников ясли сада номер 7, которые имеют проблемы со здоровьем, а также детям из опекунских семей, Брестская областная филармония, Брестский театр «Напротив», арт-квартет и вокальная студия 7 нот подарили настоящую рождественскую сказку. Радостные детсадовцы сидели на своих местах, затаив дыхание, с интересом рассматривали персонажей сказки «Колядки» и, не отрываясь, следили за сюжетом. Герои вместе с малышами весело провели время, рассказывая им истории, танцуя и исполняя задорные песни. Ведь любая сказка для ребенка значит многое. Это долгожданное волшебство и заветное чудо, а также игра, лечение и развитие.